сняла очки. А это моя минералочка. Да, да, да. Минералочку я тоже пью. Я пью не только кофе. Добрый день, дорогие друзья. Решила с вами немножечко поделиться, что я купила, о чем я думаю. И всяческими нашими девчоночками безделицами. Эмоцию невысказанную выскажу вам. Так, на чем мы остановим свой взор? Наверное, на этой клумбочке. О! Так вот, друзья, эмоция такая. Вошла в маршрутку такая красивая девушка. Знаете, высокая, стройная. Блондинка. На ней было черное платье длинное. Ну, не в пол, конечно. Просто длинное черное макси-платье. Может быть, миди. В белый горох. И шляпа тонкого фетра. Красивая. Очки шикарные в золотистой оправе. Такая необычная кошачья форма, только узкие. И туфельки на каблучках. Ну, слушайте, такая красивая девушка, и такие у нее губы красивые. Очень хотелось ей сказать, какая вы красавица. Но не сказала, поэтому рассказываю об этом вам. Не принято у нас, видите, так. Могут неправильно понять как-то, Бог его знает. Вот. Поэтому я делюсь с вами этой эмоцией, друзья. Очень хотела сказать, ну прям такой образ красивый, знаете, вот прям модель. Просто вот на подиум ее и вот пусть ходит туда-сюда, радует глаз. Ну, а я иду навстречу со своей приятельницей. Я в центре города. Все, полегчало, высказалась. Поехали дальше. Видите, друзья, сегодня уже 29-е, да? 30-е, послезавтра 1 октября, да? Сколько дней? В сентябре 30, по-моему. Ну, в общем, неважно. Сегодня 29 сентября у нас, видите, еще вот так вот все зелено. Но есть уже рыжинка. Но внутри двора у нас всегда чуть позже. Но все еще зеленое. У нас еще, можно сказать, конец лета. Вот конец лета. Днем у нас 25 градусов. По утрам уже гораздо приятнее температура, прохладненькая. В общем, очень все приятно, и птички поют. Я не знаю, слышно ли вам птичек, потому что ветерок, он, конечно, перебивает все звуки. Но вот послушайте. Летом как-то я не слышала птичек. Куда-то они, наверное, в отпуск улетали, к морю, наверное, загорать, не знаю. А сейчас вернулись, и так хорошо. Маришкино колечко, которое я вам в прошлом видео показывала. Какой красивый. Знаете, а мне было лет 20, чуть-чуть за 20.
И я купила вот такие только фужеры на красивых длинных ножках. Очень красивые фужеры. По-моему, они стоили что-то рублей 25-6 штук. Как-то так. Но это было довольно дорого. Может быть, чуть дешевле. Ну, как-то так. Точно не помню. Вот какой красивый стакан. Какая красота. И такие бульбочки, пузыречки от минералки. Вы слышите, как расщебетались? Я просто наслаждаюсь. Просто наслаждаюсь этим щебетом. Так давно все-таки птичек не слышно было. А сегодня прям красота. Ну, не только сегодня. Вот как чуть-чуть попрохладнее стало, и они вернулись. Такой прекрасный щебет. Немножко о духах, как обычно. Люблю я это дело. Девочки, пересматриваю потихоньку свои духи. Заказала себе Жан Марко Вентури. Вот жду посылочку. Вот, ну и решила пересмотреть свои духи. Вот это мои обожаемые духи. Ну, парфюмерная водичка, которую я просто обожаю. И просто не знаю, где ее взять. Она почему-то в наличии ее пока нет. Я так смотрела по рекламкам. Вот так выглядит. И вот столько осталось. И вот столько я уже берегу ее, бог знает, с какого времени. Наверное, с весны. Уже, наверное, с полгода я все ее вот так вот нежно расходую. Только для себя любимой, то на руку брызну, так, знаете, чтобы ощущать самой, наслаждаться этим ароматом. Безумно нравится. Вот Анджи Фензи, Сиофсан. И вот тут пирамида идет. Так, ой, что-то мне отсвечивает. Что ж такое? Отсвечивает. Вот, пирамидочка идет такая. Вот, что тут написано? А написано здесь манго, что-то такое, грушка, манго. Потом, что там, это верхняя часть, средняя часть пирамиды идет. Лилия, мимоза. И вот базовая часть идет. В общем, вы поняли. Пижма. Белое что-то такое. Белый этот муск. В общем, вот такая пирамида у нее. У этой парфюмерной водички. Безумно нравится мне. Куда так? Фокус появился. Очень нравится. Вот я надеюсь, что как только она появится в продаже, я ее моментально куплю. Я на это надеюсь уже почти год. Она не появляется. Вот, ну и пересматривала вот такие вот свои коробочки. Вот заглянула я в эти коробочки, которые у меня уже давно стоят. Когда-то я была очарована вот этой вот ароматом вот этой водички, то парфюмированная, да, парфюм. Она для меня звучит как что-то, я не умею описывать ароматы, она для меня звучит как что-то такое горьковатое. И она для меня чем-то перекликается с вот этим ароматом от Джифензи Монами. Не только цветом пузырька, но вот какой-то вот
жесткостью и какой-то присутствующей горечью. Во всяком случае, для меня я так слышу это. И оба этих аромата мне нравятся, но не всегда хочется ими пользоваться. А вот эта Moon Water тоже от Jifenzy, вы знаете, она для меня действительно вот звучит как действительно лунная вода. Вот как-то я ее так слышу. Не знаю почему. Какая-то морская свежесть. Для меня вот так она звучит. Не знаю. Не всегда для меня созвучны названия с ароматом. Но вот в данной ситуации как-то так получается. Вот эти вот три флакончика я... В эти три коробочки я заглянула и извлекла из них вот эти три флакончика, которыми, конечно же, буду пользоваться. Но вот эта водичка, вот эта Sea of Sun, это просто обожаемая мною водичка, и мечтаю ее еще прикупить. Очень мечтаю. Так захотелось немножечко поболтать с вами. И что еще нового у меня? Это не новые, это мои старые, так сказать, запасы. А что нового, сейчас я вам покажу. Так. Я прикупила еще один тинт. Номер 3. По-моему, он красный, а не без пробников. Но я думаю, как я уже говорила, в этот масочный период тинты очень помогают. Они не размазываются по лицу. А купила вот такие тени, тенюшки для бровей. Ну, сейчас я их не подкрашиваю, брови, потому что Маришка мне хорошо поднабила их. Ну, потом, может быть, захочу посильнее подкрасить. Вот. Ну, а здесь черненькое, этой вообще можно и стрелочки вот этой черненькой подводить. Пока не распаковываю, у меня пока все есть. Ну, вот захотелось. И купила себе вот консилер с этой стороны. А вот с этой стороны, сейчас я вам покажу. А с этой стороны хайлайтер. О, видите? Сейчас я его размажу и покажу вам. Вот такой вот хайлайтер. Очень классно. Вот такая небольшая зарисовочка ароматная и покупочная. И мой свеженький маникюрчик. Кстати, номер 01. Я люблю все самое светленькое. Девочки, пришла за своей посылочкой. Мне пришли уже мои духи любимые. Сейчас я их получу и покажу вам. Ура, ура! Получила духи. Вот они. Ой, как же я их люблю, девочки. Как же я их люблю. 100 миллилитров. Обалдеть. Вот все, как я люблю. Все, как я хотела. Все. Конечно же, об украшениях. Как же без этого? Ну... Покажу сейчас вам свое украшение на сегодняшний день. Девчонки, сегодня на мне вот такое колье.
У меня их два, поэтому я вам показываю второе. А на мне... Сейчас я вам покажу. Вот, да? И вот. Вот на мне. А серьги на мне серебряные, видите? С золотой... Вот этой вот... Вот золотая такая нашлепочка. И очень они мне нравятся. Очень красивые. Вот. Люблю эти серьги. Люблю, вот когда такая чеканочка есть. Особенно на серебре я люблю. Она чернеет слегка. Или уже продается с чернью. Очень люблю. Ну, я вот под это колье. Колье – это бижутерия, но хорошая бижутерия. Люблю бижутерию, закрепленную лапками. Вот, видите, ой, видите, лапки. Я люблю такое. И вот сережечки, серебро, красивые, милые. У нас идет дождик. Слушайте, у нас и гром гремит, и солнце светит. Я так понимаю, что кто-то где-то, где открытый горизонт, наблюдают красивую радугу. Ну, если есть солнце и дождь, гром гремит периодически уже несколько дней. Такая красота. И вот сейчас и солнышко вышло, вон вы видите. И я сейчас пойду гулять наконец-то. Это коробочки с бижутерией. У меня, вы знаете, девочки, самый лучший для меня способ хранения бижутерии, если кого это интересует, это вот в таких вот крышечках от обувных коробочек. Вот такие крышечки мне больше всего подходят. Вот я их раз-раз друг на дружку поставила и вижу. Ну, это я сейчас уберу. Это я достала, чтобы показать вам. И еще не определилась с сумочками. Вот с этой красной сумочкой я хожу очень часто, она мне очень нравится. А еще она мне очень нравится, знаете почему? Не только потому, что мне безумно нравится этот красивый вишневый цвет, именно вишня цвет. Вот прям очень красивый. Мне еще очень нравятся добротные ручки. Вот классные ручки. Очень нравится еще, что есть то, что на плечо можно накинуть. Давайте по кофейку, пока я еще не ушла. По кофейку, друзья, подруги. Так, и вот у меня две сумочки, сейчас вам покажу, да, вы уже их заметили, желтенькие. Одна желтенькая, которой 100 лет в обед, вы ее знаете, а вторая желтенькая у меня появилась этим летом. Она мне тоже безумно нравится, она не совсем, вот эта желтенькая, немножко уходящая в лайм, чуть-чуть такая, ну, вы ее видите как чисто желтую такую, да, классика желтая, вот, но она немножечко чуть-чуть где-то далеко уходит в лайм. А вот эта желтенькая, она немножко уходит в горчицу. Я очень люблю горчичный цвет. Не знаю почему, может быть, даже потому, что мамочка моя очень любила горчичный и говорила, что горчичный цвет – это один из благородных цветов. Не знаю, но мне он безумно нравится. Я очень люблю эту сумочку еще и потому, что, да, тоже она вот имеет ручку, которую можно накинуть на плечо. Обожаю такие вещи. И вот, да, и... Я несколько дней ходила вот с этой замшевой, это натуральная замшевая сумочка. Очень красивый цвет, вы видите, зеленый. Безумно нравится мне вот такой вот замшево-зеленый цвет. Не яркий, а именно тоже, как выражалась моя мамочка, благородный. Безумно нравится. И, ой, простите. Нет, нет, я не болею. Это я так поперхнулась маленько. Много говорю, да, и быстро. Кажется, я быстро говорю. А вот, вот эти ручки тоже можно накинуть на плечо. Я просто обожаю, когда можно облегчить себе руки. Вот, в общем... Сумочки стоят, я еще не определилась, с какой я пойду, потому что я еще не определилась, что я накину наверх. То ли зелененькая, есть у меня такой полуплащик, то ли желтенький, тоже полуплащик, то ли не знаю что. Ну, есть у меня еще под эту сумочку. В общем, еще не определилась. Так, давайте по кофейку, и буду я наконец собираться. Это коробочки с бижутерией.
У меня, вы знаете, девочки, самый лучший для меня способ хранения бижутерии, если кого это интересует, это вот в таких вот крышечках от обувных коробочек. Вот такие крышечки мне больше всего подходят. Вот я их раз-раз друг на дружку поставила и вижу. Ну, это я сейчас уберу. Это я достала, чтобы показать вам. И еще не определилась с сумочками. Вот с этой красной сумочкой я хожу очень часто. Она мне очень нравится. А еще она мне очень нравится, знаете почему? Не только потому, что мне безумно нравится этот красивый вишневый цвет, именно вишня цвет. Вот прям очень красивый. Мне еще очень нравятся добротные ручки. Вот классные ручки. Очень нравится еще, что есть то, что на плечо можно накинуть. Давайте по кофейку, пока я еще не ушла. По кофейку, друзья, подруги. Так, и вот у меня две сумочки, сейчас вам покажу, да, вы уже их заметили, желтенькие. Одна желтенькая, которой 100 лет в обед, вы ее знаете, а вторая желтенькая у меня появилась этим летом. Она мне тоже безумно нравится, она не совсем, вот эта желтенькая, немножко уходящая в лайм, чуть-чуть такая, ну, вы ее видите как чисто желтую такую, да, классика желтая, вот, но она немножечко чуть-чуть где-то далеко уходит в лайм. А вот эта желтенькая, она немножко уходит в горчицу. Я очень люблю горчичный цвет. Не знаю почему, может быть, даже потому, что мамочка моя очень любила горчичный и говорила, что горчичный цвет – это один из благородных цветов. Не знаю, но мне он безумно нравится. Я очень люблю эту сумочку еще и потому, что, да, тоже она вот имеет ручку, которую можно накинуть на плечо. Обожаю такие вещи. И вот, да, и я несколько дней ходила вот с этой замшевой, это натуральная замшевая сумочка. Очень красивый цвет, вы видите, зеленый. Безумно нравится мне вот такой вот замшево-зеленый цвет. Не яркий, а именно... Тоже, как выражалась моя мамочка, благородный, безумно нравится. И, ой, простите, нет, я не болею, это я так поперхнулась маленько, много говорю, да, и быстро. Кажется, я быстро говорю. А, вот эти ручки тоже можно накинуть на плечо. Я просто обожаю, когда можно облегчить себе руки. Вот, в общем... Сумочки стоят, я еще не определилась, с какой я пойду, потому что я еще не определилась, что я накину наверх. То ли зелененькая, есть у меня такой полуплащик, то ли желтенький, тоже полуплащик, то ли не знаю что. Ну, есть у меня еще под эту сумочку. В общем, еще не определилась. Так, давайте по кофейку, и буду я, наконец, собираться. Вот, девочки, что всё получается после того, как пользуешься тинтом. Остается такая нормальная окраска на губах, и она не размазывается, ничего. Это очень приятно. Я рада, что у меня появилось вот такое средство. Спасибо девочкам, которые мне сказали, что такое тинт. Оказывается, Мариша моя знала об этом. Она думает, она говорит, я думала, ты знаешь. Вот. Нет, я не знала. Я вот только в этом году первый раз этим летом познакомилась с этим тинтом, чему я очень рада. Девочки, я купила себе еще один тинт. Сейчас я вам покажу. Сейчас откручу быстренько. Этот темный. Такой, знаете ли, темно-красный. Я крутила, а он, оказывается, просто... Аларчик просто открывался. Он просто снимается. Вот такого цвета. Ну, красный. Вот такой тинт. Здесь нажимается и отсюда выходит. Сейчас я накрашу губы, и потом они у меня будут вот такие вот, без размазывания. И еще разочек по кофейку. Вот, чувствуются первые осенние шаги. Видите, как здорово. Я имею в виду первые шаги осени. Еще все зеленое, но вот местами уже все еще ходят раздетые. Но был дождик, поэтому я вот так. Воздух.
воздух чистый, несмотря на обилие машин. Знаете, после дождика так приятно вообще. Чем-то пахнет, каким-то чем-то, такой лесной какой-то запах. Все так приятно и хорошо. Я уже в троллейбусе. Люблю самые высокие места. Всегда, если есть возможность, я сажусь. Друзья, сейчас вот так задрала. Вот так задрала брюки и перешла дорогу. У нас такие ливни ужасные. В общем, мне немножечко лужа до колена чуть-чуть не достала. Вот. Ну, выхода не было, потому что она далеко простирается. Это, так сказать, дождевая река. Ну, очень сильные ливни, слишком. Вот, уже... Всю ночь лили. Собака моя хорошая, ты меня пустишь? Ой, ты мой хороший. Вот. Ну, в общем, хочу зайти в магазин, купить все-таки для лица эту тубу. Тубу выдвигающийся тонал. Итак, друзья, у нас уже 1 октября. Ну, видите, все зелененькое еще. Такое все по-летнему. Классная вот эта аллейка. Я когда проезжаю мимо в троллейбусе, всегда думаю, ну вот если бы поменьше выхлопных газов, я бы почаще здесь ходила. А сейчас я иду, потому что мне нужно на остановку. Классно. Хочется в лес. Хочется грибов насобирать. Друзья, посмотрите, какая пенка у этого кофе. Чудесная. Но что характерно, шаурма не понравилась. Сухая, никакая. Это было жаль. А вот кофе хороший. Но это уже не у них. Все. Приятного всем кофепития. Девчонки, буду заканчивать это видео. Всех люблю. Всем хорошего настроения. Пока-пока.